Наталья Лифанова. А? Ну так идите быстрее. Уже все. Наталья Лифанова почти завершает. Добрый вечер. Называется «Смысл сложения». Контрольный выстрел. Когда казалось, что цель уже близко. И немного веры и натиска, и нас уже никто не хватится. Начисто. Выметаем осколки, обрывки и прочий хлам. Жгутся иголки. Брось, забудь все нажитое, выбитое, вымученное, отдай ударом. Скользко. И хочется поскользнуться. Если бы можно было запнуться, мысли, строки, все скомкать, забыть и вернуться, может быть, снова. Только бы прикоснуться. Слово, одно слово. Взглянуть значит прогнуться. Выход один. Отвернуться, не обменяться улыбками кислыми даже. Это как кража. Близко, слишком близко. И вот он. Контрольный выстрел. Спасибо. Наталья Лифанова. А что, не понравилось что-то, да? Просто еще один человек. Давай. Горящие пальмы взрываются в мороке. В сетчатке нет места словам и беде. Как выстрел звучат предрассветные шорохи. Наверное, уж не забыться нигде. И если колючие звездные сумерки, как плед ледяной, обернут снова нас, я буду кричать, как в затасканной хронике. О, Господи Боже, прошу, не сейчас. Море завьется в листовой судороге и залеет искря бирюза. И облака разминутся все в судолоке, и я зажмурю сильнее глаза. Только рассвета душа переменчива. Ночью порога, давай, забери. Если же сердце твое так изменчиво, хочется света, зажги фонари. Но не хочу я разлуки пожизненной, копоти я не хочу на стекле. Лучше порвать наш роман свежеизданный, лучше купаться в открытом огне. Однажды, очнувшись от гонки изысканной, мы смоем с лица надоевшую гарь. И будет раздача собравшимся с мыслями. Кому-то рассвет, а кому-то фонарь. Спасибо. Спасибо. Наталья Лифанова. Сейчас Миша уже браво кричат. Спасибо. Ну, я, может, не будем для первого раза. Она первый раз участвует, у нее дебют. Как хочешь обсуждение? Хорошо, Андрей, что скажешь? Ну, с первых же строк, какая-то такая несовершенство. Какое-то несовершенство. Хороший такой критик, какое-то несовершенство. Да, давай, не придирайся, пожалуйста, к словам, я просто думаю. Да я же тут шоу говорить, у меня так же не получается, как и у тебя. Да, согласен. Как выстрел звучат предрассветные шорохи. Почему шорохов много, а они звучат как один выстрел? Как выстрел звучат предрассветные шорохи. Они сливаются в один выстрел. Потому что ты когда-нибудь ходил ночью по лесу, вообще утром, особенно с собой. Согласен, что предрассветные шорохи. Так стреляет, как страшно, когда особенно. Тогда залпом. Ну хорошо. Ну ладно. А залеет и стоит. Так а мы что, ищем реальность в стихах? Реализм, что ли, чтобы подтверждение? Так вот, реализм здесь не хочешь что-то сказать? Давай. А мне вот очень понравилось. На мой взгляд, совершенство этих стихов как раз, может быть, в неком несовершенстве, в некой нагроможденности образов, но в этом есть вот какой-то свой изм, так называемый. Очень хорошо, мне понравилось. Не, ну первый стих послабее, там много слишком глагольных этих вертаться, раздеться, там вот это. Меня резануло глагольные эти рифмы. Ну, а второй стих, видишь, браво кричали. Все, такой проект Наталья Лифанова. Спасибо.